Всем привет! Вы смотрите Rolling Moto TV. И сегодня у нас на обзоре известная многим поклонникам мотоспорта мотокроссовая резина Pirelli Scorpion MX. Итак, покрышки для мотокросса Pirelli Scorpion MX32 средней жесткости. Это настоящий бриллиант в линейке моторезины знаменитого производителя. Именно Скорпионам отдают предпочтение многие профессиональные гонщики, которые ценят идеальный зацеп и четкий контроль техники на треке с мягким покрытием или покрытием средней жесткости. Это универсальная резина, которая подойдет не только для спортивных соревнований. Выезды выходного дня, тренировки или эндуро-рейды Pirelli Scorpion MX везде хороша и готова обеспечить максимальную передачу мощности на заднее колесо вашего байка на любом типе покрытий. Ребята, отличная новость. В мотосалонах Rolling Moto стартует акция. При покупке мотошлема Just One J18 получи скидку 20% на мотоочки Just One Nerf. Акция продлится с 27 июня по 10 июля. Будь первым вместе с Rolling Moto. Рисунок протектора и резиновый компаут этой покрышки были разработаны с привлечением топовых MX-райдеров. Специалисты компании-производителя сумели добиться надежности характеристик даже в экстремальных условиях гонок. Отличную тягу на широком разнообразии грунтов дополняют оптимизированные продольные блоки протектора передней шины, которые обеспечивают курсовую устойчивость и сохранение заданной траектории движения. Кроме того, для повышения устойчивости при торможении и лучшего сцепления в поворотах, отдельные блоки протектора задней покрышки имеют V-образное расположение. В серии представлены полная линейка размеров от 10 до 21 дюйма. А это значит, что эту резину вы можете поставить не только на кроссовый мотоцикл, но и даже на питбайк. Хотите быть уверенным в зацепе на траве, песке, в грязи и сухих грунтах? Обувайте ваш байк в Pirelli Scorpion MX32, и вы получите тотальный контроль мощности на заднем колесе. Приобрести или заказать эти покрышки, а также любые другие мототовары вы можете на нашем сайте или в ближайшем мотосалоне нашей сети. Всем пока, увидимся в Rolling Moto!